что-нибудь случится, они же как люди, типа, на похороны. Или там на помощь. Тут ворон только что вот так вот пролетала с этим хвостом. Не видишь, где этот кот? Нет. Хочешь туда у тебя будет кусты? Не дёрнись, а то мне телефон выбьешь. Зря. Так, мне уже не видно этого ни кота, ни ворона. Да, мне кажется, ворона уже тут на крыше. Я просто видела, как тут пролетала такая ворона. Нет, это уже не летало. Там кинулся кот на нее. Он же ее словил. Что-то ей такое сделал, задрал ее как-то. Она уже не летала абсолютно. Я поняла. Но она крикнула, и слетелась вот эта стая ворон. Типа, помогите. Да, и они ж как эти, как коршуны, бегом слетелись, и вот за секунду, откуда ни возьмись, налетели и давай лишь на этого кота. А он где-то по кустам вместе с этой вороной пошли уже. Солидарность. Перышко падает возле машины черной. Что-что? Говорю, перышко там падает, вороны возле машины черной. А вот она, бежит такая вот. Где? Ну вот уже под деревом спряталась. Вот она. Видишь, там в кустах шарудит. Я видела, как она как бы не могла взлететь, но она это бежала. Прыгала как... она, да. Еще там где-то могла прыгать как-то. Да, вот она как-то прыгала и пыталась взлететь. Типа. Ну, добежала туда в кусты. А, вон он кот. Ага. Возле нее такой. Как раз. Вот он. Хищник. На него вороны теперь ругаются. С матом. Угу. Она это... А эта подратая ворона непонятно уже куда делась. Нет, она в кустах. В кустах? Да. Что, ее этот кот бросил? А второй кот пришел. А на помощь к первому? Он же даже не мягчал. Ну же теперь это, вороны договариваются задрать кота? Он боится из кустов вылезти. Слышим себе это. Второго кота, там черно-белый какой-то, пришел к нему на помощь. Тоже собирает группу поддержки. Да, банда. Банда на банду, толпа на толпу. Группа поддержки. Ага, вот прям рядом стоит этот черный. Угу. А тут вот это. А ворона так кричит. Ну, по-моему, в кустах все-таки сидит там и кричит. Я же говорю. Да, ворона залезла в куст. Это, а вот эта вот, которая не смогла, возле этих котов. Они ее окружили просто. Угу. А ей некуда деться. Что там, дяденька пошел спасать ворону? С собакой на котов. Ага, что-то спасать. Вот даже перестали кричать. Коты ушли. Этой вороне уже как бы... Ну, ее жалко так. Уже все. Дядя, ты поздно пришел. Ты долго сидел на лавочке. Но он сидел, наблюдал тут на лавочке. И когда уже вороне, по-моему, полный
капут, пришел спасать. Вообще не вовремя. Типа такой шоу смотрел, интересно, чем закончится. А спасать не... Ну так интересно, что откуда ни возьмись, за одну секунду стая ворон. На один буквально этот кряк прилетели. Прям такая стая кружилась возле этого кота. Солидарность вороны. Угу. Вот тут еще и второй уже подходит. Я видела. Вот они! Черный, просто черный. Вот она тут уже, в других кустах. Одна вот уже начинает навлекаться. Главное, умная такая залазит хоть это на хоть куда может, на какой-то кустик, да? Угу. Она на куст даже, да, смогла запрыгнуть? Ага. Няня, кот лезет. А это какие-то колючие, наверное, кусты, типа роз, что ли? Няня, кричит. О, начинает опять улетевшие. Прилетать помощники. Чего? Ну как-то в этот раз мало. Ага. И коты даже не ушли. Побольше. А некоторые еще разлетелись. А, наверное, еще сказать кому-то ближним воронам. А за помощью. Нет, лапа ее. Долез. Давай, моя хорошенькая. Ну, залезла опять на эту. Вот так вот она и скочила туда, в кусты. Угу. Там на дереце, да, вот это? Ага. Как смогла, цепляется, смотри, видишь, держится, подымается. Вон она. О, падает. Он смотрит. Ну не трогай ее, кот! Идите, спасайте ворону. Пап, пошли. Где она? Где она? А в кустах вот в этих. Ну, вот. Я поняла. Возле турника вот тут. Угу. Она же как может спасается, видишь, прячется. И пытается же куда-то все время взлететь на какой-то куст дерева. Насколько может. Блин, так спасать их на любовь.
Короче, уже три кота. Два рыжих, один черный. А ворона непонятно где. О, достал, достал воронушку. Посадил.